Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами, как всегда, Скудер. А значит, это следующая серия моего прохождения Gran Turismo 1 для первой PlayStation. Уже 15-я, да? К концу логическому подходим постепенно. И так, что у нас было в прошлой серии? В прошлой серии мы с вами прошли чемпионат Тёнт. Первый чемпионат, который был у нас класса лицензии A International. И мы его благополучно одолели на машине Impreza, вот, которая сейчас как раз у нас. Ну, а сегодня, в сегодняшней серии, мы с вами приступим к первому чемпионату на выносливость. Вот к этому монстру. Это самый длинный чемпионат в первой части Gran Turismo. 300 километров по трассе Grand Valley Speedway по длинному ее варианту. И как я говорил в прошлом видео, я вам предложил выбрать вариант машины для прохождения этого чемпионата на выбор. Мы заработали достаточно денег в прошлой серии, и у нас теперь, вот видите, больше чем 500 000, и хватает на спешл модель. Вот. И так как, ну, в общем, по желанию немногочисленных пока еще моих подписчиков, в общем, один всего высказался на эту тему. Большое ему за это спасибо. Товарищ Grizzly Beer высказался насчет вот этой Honda NSX. Изъявил желание пройти на нем этот чемпионат. И я согласен с ним, так как обещал, что по желанию любую машину по вашему желанию выберу. Так как он был, в принципе, единственным, то вот, возрадуйся, Grizzly Beer, берем NSX. Ну, единственное, ты написал, что коричневого цвета, но что-то как-то коричневого я не хочу брать. Хоть я и говорил, что я и красный не особо жалую, но уж вот коричневый этот какой-то он, ну, совсем. Не хочется говорить про него плохо, про всякие там ассоциации нехорошие, но, в общем, не очень мне он нравится, поэтому возьмем NSX, но возьмем его вот такой яркой красной расцветки. Ну что же, приобретаем первую нашу спешл модель и приступим. Итак, вот он, красавец наш. Да, кошелек практически опустел. Ну и идем стартовать. Это вот практически 300 километров у нас будет практически дистанция гран-при, как в Формуле 1. Чуть-чуть не дотягивает. Ну что же, приступаем. Это видео будет длинным, сразу предупреждаю. Наберитесь терпения. Вот, так как это чемпионат, трасса, уже полноценная дистанция здесь гоночная, я думаю, что видео будет по 2 часа где-то. 60 кругов, я думаю, лучшие круги у нас будут где-то в районе минуты 40. Поэтому со всеми прочими видео получится по 2 часа. Так, смотрим, что у нас за соперники. Impreza, Celica, Lancer 4. Примера и Аккорд. Ну, насколько я могу судить, из серьезных соперников, по сути, здесь только Impreza. Что-то как-то подборка соперников слабовата, конечно. Хотя, может быть, еще вот Lancer. Но остальные три машины явно ниже классом, чем наша. Так, ну что, погода это сильно не сыграет.
Поэтому, я думаю, квалификацию мы не будем ехать, а поедем сразу в гонку. Так, плохо, что не было в начале видно, какие призовые здесь за эту гонку. Я что-то даже не помню, честно. Но думаю, что пару сотен-то должно быть. Ну что же, итак, стартуем. Здесь уже, как видите, сейчас чуть-чуть объясню. Сейчас старт пройдет. Ох, как резво ушли мы в бой. Да, эти три машины сразу остаются позади. Так, предстоит нам привыкать к управлению этим болидом. Своенравная машина. Но тем интереснее будет. Так, ну, этих трех товарищей... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Что ж такое творится-то? Что-то прям... нехорошо. Может быть, будет все не так и просто. Не надо нам таких больше сюрпризов. Не отпускать их вот так далеко. Да, NSX, конечно, машина хорошая, но к его управлению надо привыкать, действительно. Вот, я о чем хотел сказать, что тут появились небольшие отличия от тех гонок, в которых мы по сей день участвовали. То есть здесь есть такой фактор появился, как износ резины. Вот рядом со спидометром и тахометром у нас слева вот такая как бы машинка нарисована. Это у нас там 4 колеса показаны и степень их износа. Соответственно, сине-зеленые, это значит они у нас в нормальном состоянии. По мере их истирания цвет будет меняться и постепенно приближаться к красному цвету. Так, ну, хочу сказать, что никаких тестов я не проводил на этой машине. Еду я на ней впервые за долгие-долгие годы. То есть я не ездил на вот этом NSX именно спешл модели с тех самых времен, как вот я проходил игру еще будучи пацаном. Так что да, начало, скажем так, не ахти какое. Так, на торможениях его очень сильно ведет. Это машина среднемоторная, поэтому поведение у нее довольно сильно отличается даже от заднеприводных машин, у которых нам доводилось ездить до этого. Кошмар. Начало, ну просто... кошмарное. Надеюсь, я смогу совладать этим болидом. По-моему, здесь даже немного физика изменилась из-за того, что покрышки сейчас у нас стираются в этом чемпионате. Хотя, может, это именно из-за специфики управления именно NSX. Слушай, да. Гризли, ты мне задачку задал. Не из легких. Я ожидал, конечно, что будут некоторые сложности. Я даже говорил об этом в прошлой серии. Именно про вот эту машину, что с ней могут быть сложности. Но что настолько, не представлял. Посмотрите, насколько мы уже отстаем. Это какой-то кошмар. Чего я не сделал, так это не зашел и не посмотрел, какая у нас стоит резина. Мне вот очень интересно. Но, по-моему, все-таки должна быть гоночная.
все-таки это аппарат-то гоночный, поэтому у него при покупке сразу должна, по идее, стоять гоночная резина. Ой-ой-ой. Что сразу прям начинает кидать. Да что ж тебя так швыряет-то, ёшкин дрын, а? Да, так и пообщаться не получится. У меня столько всего интересного произошло за это время. Хотел с вами поговорить, но из-за настолько своенравной машины говорить практически вообще не получается, потому что тогда даже в повороте просто при наезде на внутренний поребрик начинает подкидывать. Очень жесткая подвеска у меня. Избыточная поворачиваемость уже появилась. Она, собственно, и была. Да, с ней просто надо бороться постоянно. Теперь я понимаю, я в детстве на этой машине, она у меня была, но я мало на ней ездил. Я на самом деле позабыл, что он настолько своенравный. Теперь понятно, почему на нем так мало ездил тогда. Конечно, им управлять. То есть к нему надо очень привыкать. Так-то машина, конечно, быстрая. Но уж настолько своенравная. Это прямо за гранью где-то, ну или прямо на грани добра и зла, блин. Так, очередную жертву догнали. Ох, аккорд. Так что такое, а? Ну вот как это называется? Перед поворотом чуть-чуть скорость сбросил. Там на кочечке его буквально просто, ну, шугарануло в сторону. Кошмар. А вот тем временем, о чем я говорил, вот на покрышке гляньте, они у нас потихонечку уже из зеленого начинают в желтый свет переходить. Это еще пока терпимо, но тем не менее, то есть, я думаю, кругов через 5 уже надо будет, а то и меньше, то в лучшем случае ехать на пит-стоп. Чем хороша тут Импреза, что она очень стабильна. Эта трасса не очень скоростная, ну, в смысле, здесь длинных прямых нету. Она очень хороша по разгону, плюс она выдовая, она на трассе стоит очень хорошо. Она отлично подходит для этого автодрома, так скажем. Вот. И резина у нее стирается не так быстро, как у нас. Она гораздо эффективнее работает с резиной, гораздо бережнее.
Они так начинают заносить уже. Рано на газ нажать. Да чтоб тебя, ну не может он ровно, блин, ехать. Ну ладно, вылетел, так он его еще и по кочкам настолько швыряет. Просто кошмар, кошмар. Да давай выезжай. Поехали уже. Хватит. Да. Не хотелось бы проехать, конечно, всю гонку молча. Но вы сами видите, как только я начинаю немножко отвлекаться и говорить, все, тут же следует ошибка. Прям тут же. Значит, нужна для управления этой машиной прям предельная концентрация. Это жесть какая-то. Стабильности абсолютно никакой. То есть вот лучшее время 1.42. Но если бы можно было ехать постоянно в этом темпе, но это сложно. Все время кошмар, скачет просто круга в круга. Да куда ж ты опять-то, блин? Ну вы сами видите, как он скачет. Это кошмар. Хотя на разгоне вот он довольно стабилен. В общем-то. А вот на торможении, на входе в поворот есть небольшие проблемы. Если их можно называть небольшими. И в скоростных поворотах он очень себя нервно ведет. Очень прямо. Да, я в детстве проходил эту трассу на... Ну, начнем с того, что не один раз, конечно, я этот чемпионат проходил. Проходил я Гран-туризмо несколько раз. И самый первый раз, по-моему, на Суприка Строу проходил. На ГТОхе проходил 95-го года, при турбовой. Но она слишком мощная для этого чемпионата. Сложно ей тут управлять. Так, спокойно, спокойно. Так, ну вроде более или менее. Не знаете, в чем фишка? Я перестал управлять аналоговыми стиками. Я сейчас еду на крестовине. А на крестовине он... Только сказал. Ну, в общем, все равно на крестовине он поспокойнее немного себя ведет. На аналоге он гораздо больше рыскал у меня. Ну, тут как-то отдельные проблески есть. Кругов вот предыдущий был неплохой круг. А, и тут же ошибка последовала. Мне вот интересно, с какой же скоростью едет Импреза?
То есть мои хотя бы лучшие круги перекрывают ее, и она едет. Понятно, что она едет гораздо стабильнее. Даже если она едет все-таки чуть-чуть медленнее, нежели мои лучшие круги, она все равно будет отрываться, потому что у меня темп очень сильно скачет. Но если она едет вровень с моими быстрыми кругами. Ой-ой-ой. Так, сейчас минуту. Наушники выскочили. Извиняюсь. Тихо-тихо. Зацепил чуть-чуть. Бровочку. Так, у меня снова достал, судя по всему, аккорд. Нет, не может быть. Эта импреза уже на круг обгоняет. Кошмар. Так, это не есть хорошо. Это совсем не хорошо. Так, предыдущий круг был 1.45, практически 1.46. Она приблизилась. Соответственно, она едет, конечно, быстрее этого темпа. Потому что резина, я думаю, у нее все-таки тоже стирается. Благо, хоть тут синих флагов не будет, как в реальных гонках. И штраф мне не дадут, если я не пропущу ее на круг. Сейчас вот можно будет как раз узнать ее темп, что мне это очень интересно. Ну, сейчас она более или менее еду без ошибок, она, ну, не хочу сказать, отстает, но по крайней мере вроде бы и не приближается. Да что ж ты. Держись, держись. Сейчас, конечно, закосячил, ошибку допустил. Ну что ты в боксы поедешь, зараза? Практически круг на уровне лучшего. И то это с ошибкой. Да, темп у нее очень хорош. Темп у нее просто великолепный. Так, ну более или менее темп нашел. Прошу прощения, я только после простуды недавно, еще даже до сих пор в нос говорю, поэтому немножко горло закладывает. Так, мне вот интересно, когда же она на пит-стоп-то поедет? У нас кругов все-таки. У меня уже состояние резины плохенькое. Ну, конечно, у него гораздо более лучше. Во-первых, он ехал и не ошибался. Во-вторых, в принципе, импреза с резиной лучше обращается. Я это уже озвучивал немного раньше. Так, ну, смотрим. Может, час завернет, ага, черта с два.
абсолютно едем в одном темпе. Так, и сейчас она нас обойдет. Угу. Так, в общем, предлагаю гонку перезапустить, потому что ее не выиграть однозначно, и перепроходить ее потом еще раз полноценно у меня, если честно, нет желания. Сейчас я это вот как, мы будем считать, это была тестовая сессия. Так, более или менее я привык к NSX. И предлагаю сейчас перезапустить, дабы начать в равных условиях. И постараться в начале гонки не... Ой, не ошибаться. Черт возьми. Так, единственное, сейчас я на пит-стоп зарулю. Смотрим, как проходят стопы здесь. Ну, ожидать, конечно, что выбежит бригада механиков и будет откручивать колеса, отвинчивать, менять резину, не стоит. Но вот все-таки это первая PlayStation, ресурсы у нее крайне ограничены были. Так, ну, как-то так. Да, то есть мы подъезжаем к нашему, к нашим боксам, машинка приподнимается, якобы на домкратах. Стоп, в принципе, довольно быстро был. Так, сейчас посмотрим, как я на свежих резинах, на свежих колесах поеду. Хм, самое интересное, что за то время, пока я ехал, я отрыв все-таки создал 5-6, они меня даже не успели обогнать. Хотя, возможно, они и сами остановились. Так, ну что, выходим, ребят, выходим. Потому что здесь сражаться бессмысленно. Мы больше круга уступаем импрезе. Это очень много. Да, ну будем считать, что мы сошли по техническим причинам. И будем... Целый год прошел. И вот мы выходим на старт. Вторая попытка. Да, вот здесь нету, к сожалению, информации о том, сколько здесь денег дают за участие. Ну что же, продолжаем. Точнее, повторяем уже пройденный этап. А, так. Зайдем в настройки. Посмотрим, что у нас за резина. Стоит гоночный ММ, это значит мягкий. Ну и отлично. Баланс тормозов. Так. Не совсем я пойму. Норма, баланс тормозов. Настраиваем баланс тормозов. Ага. Так, это мы зашли в замену частей. Я тут пытаюсь что-то настроить. Зайдем в настройки. Угу. Так, где у нас тормоза? Тормоза. И надо немножечко баланс сместить вперед. Угу. Чтоб передок тормозил больше, загружался. Потому что ее на входах в поворот заносит довольно сильно. Так, и в амортизаторы. Надо их сделать чуть-чуть повыше. Слишком сильно она скачет. Слишком.
Так. Тормоза. А, я не нажал. На. Не применил. Так, еще в аэродинамику сейчас зайдем и добавим режима сзади. Самое главное не сделать из машины монстра еще более неуправляемого, чем она была. Так. Ага. Клиренс. Клиренс тоже надо чуть-чуть увеличить. То бишь поднять немножечко ее. Так, ну, надеюсь, сейчас она будет себя на поребриках вести немножко постабильней. О, так. Ну что же, так, участники у нас кто? Ага. Напросились мы. Участники стали посерьезней. Тут GTO и GTR, Nissan GTR, LM Edition. Так, ну что же, путей легких мы не ищем. И смотрим, как сейчас будет себя вести наш NSX. Очень надеюсь, что удалось его немножко сделать постабильнее. Ну что ж ты так рано-то, зараза, тормозишь? Что с тобой случилось? Ну, первый поворот миновали. Нет, кидает все так же. Вот наехал на поребрик, можно сказать. Даже специально не стал уворачиваться от него. Это, кстати, впереди нас. Если кто смотрел предыдущую серию, это спешл модель ниссановская едет. Так что прям битва специалов. Ну а лидирует у нас ГТО. Как заскользило. Тихо.
Да, на такой нервной машине ощущаю, что трасса-то на самом деле качковатая. Даже они в первой части Гран-туризма вот сделали некий рельеф асфальта. То есть не то, что есть какие-то там подъемы, спуски, а именно мелкий рельеф, который влияет на управление машиной, например, в повороте. Есть какие-то кочки именно на асфальте, мелкие выбоины. И это очень сильно влияет на управление машиной. Тем временем предыдущий круг стал лучшим за все время и за предыдущую попытку. И за это. И заметьте, я не особо приближаюсь. Да, надо из 1.40 ехать. Ой-ой-ой, это очень непросто. Вот сейчас опять это в зоне торможения подпрыгнула задняя часть машины и просто меня швырнуло. Надо срочно организаторам сказать, чтобы переложили асфальт. Ну вот опять начинается. Ну что ты будешь делать-то, а? Естественно, не трываться начинают. Здесь надо вот перед этим поворотом, здесь очень сложное торможение, что там идет сначала быстрый такой вираж левый. И получается, там надо начинать уже тормозить перед входом в эту шпильку. А плюс еще там изгиб трассы идет. Ну, то есть рельеф есть, поэтому сложно, конечно. Аж дух захватывает, ну черт возьми, интересно.
Я помню, когда самый первый раз мы с другом ее проходили, с Лехой. Я уже рассказывал, что проходили мы по очереди ее. И вот эти чемпионаты, когда мы до них дошли, а вот этот именно достался Лехе. Его проходил он. А я что-то там частично смотрел, частично кемарил. В общем, не очень у меня. Не очень я помню, как он ехал. Но он выиграл. Правда, он ехал не на NSX. Он, по-моему, ехал как раз-таки на... То ли на ГТОхе, то ли на Кастрол Супре. Так, а два лидера-то идут с лётаной парой и отрываются. Мне достался ночной чемпионат, по-моему, 30 кругов по R11. Его я ехал на FTO Home Edition. Прекрасная машина. Очень стабильная и быстрая. Очень предсказуемая. Ну, просто, я не знаю, FTO, возможно, тут даже, сейчас я так думаю, она здесь одна из лучших машин по сбалансированности вообще управления и по соотношению ее быстроты, мощности, веса. То есть, ну, машинка прям сказочная, конечно. Не знаю, насколько реально она, ну, в реальности управляется так же или нет, но здесь она очень классная. Баланс у нее просто шикарный. Ой-ой-ой-ой. Слишком круто зашел на Apex. А круг, кстати, должен был быть, наверное, лучше даже. Ну, что ты будешь делать? Лидера скоро уже начнут на круг обходить отстающих. А, да, кстати, я где-то с неделю назад все-таки наконец-таки взял платину в шестой части Гран-Туризма. Последним выбил, последнюю ачивку выбил, это нужно было финишировать в гонке с менее чем 1% топлива, ну и при этом выиграть ее. Я, ну, специально, конечно, все это делал, выбрал там одну трассу, японскую Сузуку, и на ней ну, пытался выбить эту ачивку. Естественно, это уже надо делать в чемпионатах уже, ну, таких уже серьезных, на выносливость, так скажем. И там гонка была, 10 кругов Сузуки, а, или 20 даже. И с какой-то там попытки, ну, не с первой, где-то попытки, наверное, с четвертой удалось мне все-таки именно финишировать с 1% топлива и при этом
В общем, менее 1% топлива эта машина уже, по сути, едет накатом, то есть там скорость ограничивается, ну, уже не ты, там, можешь на газ сжать, не сжать, неважно, она больше 80 не едет. И вот я там на пит-стопе пытался залить, там, все, вымерял, сколько надо топлива, чтобы оно у меня кончилось, ну, аккурат перед самым финишем, иначе, даже если ты лидируешь, тебя быстро довольно-таки догоняют, ну, потому что скорость падает до 80. И вот сначала на BMW пытался Z4, потом взял BMW M3, BTM-овскую тоже. Но на них у меня не получалось. Я, ну, в лидеры-то я выбивался, но когда у меня кончалось это топливо и скорость ограничивалась, я еще там пролетал с количеством, то оно слишком рано у меня кончалось. За полкруга, и там вообще меня многие обгоняли. Вот, в итоге, в общем, я взял Nissan GTR, Super GT-шный, ну, класса GT500. Вот, собственно говоря, этого класса машины все там ездили в этом чемпионате. Вот, ну и взял такую же, скажем, машину, как у них, и с первой попытки на нем одолел чемпионат. У меня на Сузуки, ну, если кто знает конфигурацию на нее, то у меня перед поворотом... Перед поворотом 130R закончилось топливо, и вот я накатом прошел его, ну там скорость постепенно сбрасывалась, там же прямая, по сути. Последнюю шикану вот эту прошел, треугольник Casio, и тихо, так, это, по-моему, круговой тоже, да, Nissan Lantis, в общем, на выходе из этого последнего поворота Сузуки меня настигли два лидера, но я там подставился чуть-чуть, подставил свою филейную часть, и они воткнулись мне в глушитель, и так меня и дотолкали до финиша. В итоге у нас там разница между победителем, ну, то бишь мной, и третьим там меньше, чем полсекунды, несколько десятых. Ну, было интересно. Так, а это что у нас такое тут? Целика. SS2. Ой, так, где же лидеры-то? Что-то как-то они тут разъехались. Я не пойму уже. Ну вот на такой маленькой скорости, и то его, блин, по этой чертовой песочной полосе гравийной безопасности кидает. Да что ты, блин? Так, два лидера, получается, у нас разъединились, связка их распалась. Интересно, кто ж в лидеры вышел? ГТОха оторвалась или ГТРчик смог его пройти и идти вперед?
У нас прям противостояние марок тут идет. Ниссаны, Митсубиши и Хонды. Удается, блин, в скоростном режиме вот последнюю связку пройти. Ты треснет. А здесь-то чуть оттрясет так. Не задел. Да, все-таки в той связке надо притормаживать, иначе стабильно ее пройти не получается. Вот видите, я, блин, до сих пор еду и учусь как на этом NSX проходить эту трассу.
Вот, кстати, вопрос о запрете радиопереговоров во время гонки. Ну, в большей части там, да? Что, отвлекают они пилота или нет во время гонки? Так, Жак Вильнёв сказал, что... Ну и слава богу, что отменили. Вот теперь меньше будут отвлекать во время гонки от непосредственно пилотажа из боксов. Можно будет сосредоточиться на своей работе. Так, и я сейчас замолчал, потому что ехать и общаться одновременно сложно, особенно на такой машине. По всему это очередной круговой. Темп постепенно падает, резина истирается. Я думал, в этот раз все-таки получше еду, не столько, не так много вылетал, как в первый раз. Думал, что резину удастся сохранить круга до 20-го, но скорее всего нет. Так, или... А, это не круговой, это вот поехал сейчас в боксы ГТР, а вот это, похоже, ГТО. Я думаю, что за круговой, которого я не могу так долго догнать. В моем темпе я уже разочаровался, думаю, неужели у меня настолько покрышки стерлись, что я его вроде на круг догнал, а для решающего маневра не могу достать. Тихо, нет, ну последний, блин. Да что ты? Так, в общем, по-моему, надо ехать в боксы. Сейчас ГТР остановился за свежим комплектом. ГТО-ку почти вплотную догнали. Надо этим моментом воспользоваться. Я думаю, ГТО тоже в ближайшее время должна поехать на стоп. Надо ее немножечко не досидеть, так сказать. Ого, ребята, а предыдущий-то круг был лучшим, ничего себе. Но все равно. Все равно. ГТР сейчас должен прибавить. Я думаю, что, несмотря на это, стоит заезжать, потому что... Ой, машина уже... Это, наверное, было все последнее, на что была способна резина, и сейчас уже управлять довольно сложно. Заезжаем. Так, судя по всему, вот это сзади зеленая точка, это приближается ГТР. Да, скорее всего. Да, вот мы стали третьими, но будем не так далеко от него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
фиолетовая, холодная. Тихо, тихо, тихо. Это опасное место очень. Сейчас ошибок не наделать. Слушайте, ну какая гонка тактическая получается. Интересная. Ни о каком доминировании тут и речи не идет. На грани вообще. Так, предыдущий круг, ага, 2.02, ну это с заездом в боксе. Этот, я думаю, тоже будет не ориентир, потому что был выезд также из боксов. А вот на следующем надо будет посмотреть. Тихо, держись, полетов нам не надо, нам нужна стабильность, надо круги как метроном отсчитывать. Тихо, тихо, вот как только начинает скакать, все. Пропала. Ух ты. Если честно, не ожидал. Лучший круг со второй попытки после заезда в боксы. Не очень ощущалось это. Все-таки как-то после замены резины она, или что, может, не шибко прогрелась. Нервно себя вела машина. Так, у нас что такое? Ну ладно, уже... Да что ты? Держись, держись, держись. Очередное. А, это опять в круг вернулся. Стоп. Так, это же аккорд у нас. Ну, брат, пусти. Вот этот... А, это пример вообще. Типа
Абсолютно не любит он поребриков. Какая-то у него козел горный. Мне вот интересно, что-то, по-моему, говорит, оха, да ты чё, что тебя так кидает-то? Куда? Говорит, оха, что ли, ещё ни разу она так не остановилась? Да очень плохо будет. Всё равно настолько резина бережливее расходует. Мы-то с ГТРом два заднеприводных болида, а это бредовая. Что-то такое невидение, оно, конечно, напрягает. Сейчас бы не помешало. Тим радио, которому мне сообщили. Так, Скудер, ты идешь немножечко быстрее, например, лидеров. Они от тебя настолько-то впереди. Прибавь. Ага, прибавил. Тьфу ты, блин.
Вот вам и пожалуйста, физика конца 90-х на первой PlayStation, что насколько тут зависит все от машины. А возьми сейчас Супру Кастрол тоже, например, или ну что тут еще можно взять? Да ту же импрезу Ралликар, тоже спешил модель. И проблем бы на самом деле особых не было. А, или FTO уже в M-Edition. Я уверен, здесь бы разорвали бы всех в пух и прах. Уж на FTO это точно. Ну нет, вот NSX такая машина своенравная. К ней нужен особенный подход. Кстати, насколько я помню, в шестой-то части асфальтик-то все-таки здесь переложили. Что-что, а на Гранд Воле, по-моему, здесь асфальт вообще абсолютно гладкий. Даже как-то кажется не очень реалистично. Нету таких кочек. Сейчас. Ну ладно, неужели опять на круг? Блин, какой-то быдло мобиль. Чё ж тебя так задирает-то? Что вы нервные? Ладно тебе, выращивай. Нормально, круг проигрывает. Уже какой круг? Уже третий, по-моему, круг. Что-то еще лезет куда-то. Штраф ему вообще дисквалифицировать. Гонка.
О, пережал тормоз. Можно сказать, заблокировались тормоза. Да, что-то чувствую, вторая попытка тоже не особо будет успешной, по-моему. Ой, двух лидеров догнать, это очень сложная задача. Да куда тебе, блин? Расцветка такая прям как у супер-костров. Вообще не позволяет, блин, на поребрике заезжать. Тут же начинает козлить. Да, что-то надо на пит-стопе явно менять. Надо прижима больше назад. Подвеску еще чуть мягче делать. Короче. Нет, с таким, наверное, механики мы не справятся на пидстопе. Они умеют только резину менять. Так, в прошлый раз я на каком, на 16-м, по-моему, круге заехал. На пит-стоп. Совсем уже все плохо. Еще нос чешется. Вот как, вот как. Забрала шлемы открывать на таких скоростях. Нос почесать. Еще пить охота.
Сейчас еще и писать захочется. Для полного счастья. А может, что и посерьезнее. Так, кого это я прошел? 5 БТР остановился. Ну да, вот машину, блин, размотала. Не успел ее до зоны торможения ровно поставить. Хватит дрифтовать, блин. Не летим. Не дрифт. Чемпионат мира по дрифту. Так, блин, надо дотянуть хотя бы до 32-го круга. Вот так же на этом комплекте еще 16 кругов проехать. А то совсем грустно будет. Тихо. Так, аккордик, ёп. Макарёк. Не лезь. В борьбу старших. Да куда? Чё ты? Блин, меня бесит, честно, начинает. Это кошмар какой-то. Совсем не хочешь слушать. Так, ладно, спокойствие. Это совсем все плохо пойдет. Надо опять помолчать.
Ничего себе, просвистел. Ну, да. Кругов и не кругом больше получается. Ну чё ты, блин, взял морду и уткнулся, гад гадский. Где твои плюсы-то? Что-то, блин. Ладно, он был такой неуправляемый, такой нервный, но быстрый. Что-то, ну, нихрена не. Ну чё ты, блин, ты хоть тут-то едь. Дайте мне коктейльчик попить.
пошла накатанная.
Куда ты лезешь, блин? Ну, выдавил немножко, ну да, ну чё, всё равно обойдёт.
очень удачный момент. ГТР как раз затупил. Ну, думаю, на второе место шанс есть. Но за победу, конечно, уже по-любому не побороться. Если только не рванет движок у ГТОхи.
Крышки надо во что бы то ни стало сохранить до финиша. По-любому. Mm-hmm.
Вот, блин. Помешал.
Ух, вот это да. Ну и гонка. Да, чё тут скажешь, 17 секунд в итоге проиграл. Кошмар. У меня аж пальцы болят. Фух. Ну не знаю. В общем, хочу попросить прощения, что я молчал, конечно, всю вторую половину гонки вообще, но зато смог сконцентрироваться и, в общем, гонку проиграли мы на начальном отрезке. Потому что думаю, что в конце я был, наверное, все-таки самым быстрым. Я потихоньку, но догонял ГТОху. Я так примерно понял, где она едет. По этому зеленому пятнышку и то чуть-чуть отставал, то чуть-чуть догонял, но в целом под конец я ее догонял. Да, если бы начало не закосячил так, то потом я, в общем-то, нашел более-менее приемлемый ритм и вот смог достать ГТР, но ГТОшку, к сожалению, так и не успел. В общем,
Лучший круг вот поставлен на 48-м. 1.36 и 2. Конечно, если бы все круги у меня были, по крайней мере, на свежем комплекте из 1.40, то, думаю, победить бы удалось. Но машина, конечно... Ух, машина-зверь. Ого, за второе место 200 тысяч. Интересно, сколько же за первое? Точно на 400. Фу. Да, ребята, я реально устал. Это что-то с чем-то. Машина не подарок. Ну, блин. Когда возьмешь нужный ритм, когда поймешь, как ее управлять, конечно, становится очень классно. Даже прям... ну, прям дух захватывает. Да, думал я, конечно, что не так все это пройдет. Была тема для разговора, но гонка оказалась действительно сложной и показала, что какие там нафиг разговоры, когда идет плотная борьба. Фух. Так, ну думаю, запишемся все-таки. Не стал я уже снова начинать ее заново. Не стал третий раз начинать, потому что, ну, не знаю, была у меня надежда, что может все-таки дойду, нагоню лидеров. Хотя в середине гонки, когда я шел третьим и отставал от двух лидеров, я вообще, была у меня мысля эту серию вообще не выкладывать и вообще все заново перепройти и выложить только тогда, когда удастся выиграть. Но потом решил, что будь что будет. В общем, фу, гонка была непростой. Всем спасибо, кто смотрел ее, кто выдержал. Видео, я думаю, получилось больше 2 часов, думаю. Машину нам, к сожалению, так и не удалось заработать. Призовую за второе место не дают. Я думаю, если будет потом желание, можно будет все-таки ее перепройти. Но в следующей серии все-таки мы возьмемся за вот этот этап, за ночные гонки. Их осталось 2. Трасса R11, прямо и в обратку, тоже не подарок. Возьмем, опять же, какую-то новую машину. Прокачаем ее. И возьмемся за этот чемпионат. Они будут покороче, потому что здесь по 30 кругов. Если мне не изменяет память, то и это тут по 30 кругов по трассе R11. Так что, ну вот, в следующей серии возьмемся за один из них. Ну что же, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, пишите ваши впечатления. Ну, если понравилось, можете поставить лайк. Вот. Ну что же, всем пока-пока, до встречи в следующей серии.